я... Томми, послушай. Он подрядчик. Подрядчик, ясно? Мне нужна эта работа. Понимаю. Ладно, поговорим об этом утром. Поговорим утром. Ага. Да, пока. Эй. Подвинься. На работе достали, да? Чего не спишь? Уже поздно. Ой, сколько времени? Тебе давно спать пора. Но еще не полночь. Солнышко, не надо. У меня нет сил пререкаться. Вот. Что это? С днем рождения. У тебя ведь часы сломались. Ну, вот я и решила. Нравится? Нравится? Что? Очень, но... Слушай, они же не идут. Что? Нет. Дочь, откуда у тебя деньги? Дурь. Я приторговывала дурью. Отлично. Поможешь выплатить кредит. Ага, сейчас, мечтай. Спи, котенок. Алло? Сара, мне нужно поговорить с твоим папой. Дядя Томми, сколько времени? Позови папу, скорей, тут... Дядя Томми? Алло? В чем там дело? Папа? Папочка? Ты здесь? Оказались связаны с эпидемией, охватившей страну. Ну где ты ходишь? Есть сообщение, что у пораженных инфекцией отмечаются вспышки агрессии и... Утечка газа! Надо выводить людей! Эй, судя по всему, там что-то происходит. Что это было? Папа! Папа! Да что происходит? Его телефон. Восемь звонков. Где тебя носят? Позвони мне. Иду. Наконец-то. Сара, ты цела? Да. Никто не приходил? Нет, а кто мог прийти? Не подходи к дверям. Стой, где стоишь. Папа, ты меня пугаешь. Что случилось? Это куперсы. С ними что-то не так. Они и больные. Чем больные?
боже! Джейми! Папа! Детка, сюда! Скорей! Джейми! Это же... Джейми, подожди! Ты слышишь, что я тебе говорю? Не смей! Скорей! Господи... Ты выстрелил... Сара... А мы только утром... Послушай, тут творится что-то страшное. Надо отсюда выбраться. Ты меня слышишь? Да. Томми, давай скорее. Да. Где тебя носило? Ты можешь объяснить, что тут происходит? У меня есть идея. Охренеть. Залезай. Ты же весь в крови. Она не моя, мы просто уезжаем. Говорят, половина города с ума посходила. Может, уже поедем? Зараза вроде какая-то. Можешь сказать, что случилось? Потом. Эй, Сара, ты как, солнышко? Хорошо. Не включишь радио? Само собой. Спасибо. Без связи, без радио. Да, офигенно. Еще минуту назад были новости. И что сказали? Сказали, армия перекрывает шоссе. Вокруг Трэвис нет въезда. Надо валить отсюда. 71. Ну, я так и собираюсь. А сколько умерло? Думаю, много. Нашли одну семью, их растерзали прямо в доме. Да. Прости. Господи, что же это такое? Они не знают. Но не только наш город. Сначала сказали только на юге. Теперь уже и восточное побережье, и западное. Просто ад. Это ферма Луиса. Надеюсь, он успел унести ноги. Уверен, что да. А мы больны? Нет, конечно нет. Ты уверен? Говорят, это что-то со здешними. Мы в порядке. Разве Джимми не здешний? Да, и он тоже. Просто знаю и все. Ладно. Давай остановимся. Ты что это делаешь? Езжай давай. С ними ребенок, Джоэл. С нами тоже. Здесь хватит места. Эй! Не смей Остановите! Тормозить, Томми. Стойте! Если бы ты видел, что видел я, еще найдется кому помочь. Мы могли помочь. Плохо дело. Когда всем до одного одно и то же в голову приходит. Ну, можно просто сдать назад и... Эй, чего стоим? Поехали! Ё-моё! Разворачивайся. О, Господи. Томми! Томми! Твою мать! Что за хрень? Что за хрень такая? Ты видел? Да, я видел! Охренеть! Это сворачивай давай! Нет, 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 нет. Ну, ребята, с дороги. Откуда они бегут? Выбирайся отсюда. Я пытаюсь. А! О, нет. А! Не останавливайся, Томми. Не могу же я их задавить. Делай что-нибудь. Сзади тоже люди. Туда, вот туда. Держитесь. Давай. Папа? Эй! Пап! А? Назад, детка. Отойди. Я в порядке. Сильно? Сильно. Придется убегать. Твою-то мать. Томми, прикрой нас. Давай, детка.
Держись крепче. Ладно. Это мне страшно. Закрой глаза, Сара. Осторожно, Джоэл! Они горят. Сара, не смотри. Смотри только на меня. Мы выберемся. Обещаю. Пришли. Почти пришли, малыш. Они прорвались! Иди вперед! Найди выход! Пошли! Быстрей! Беги к шоссе! Что? Беги, спасай Сару! Я догоню! Ждем тебя там! Живо! Папа, нельзя его бросать! За него не бросим. Почти пришли. Они приближаются. Папа? Не бойся, мы пришли. Пришли. Эй, нам нужна Стой! Помощь. Моя дочь сломала ногу. Не с места! Ладно. Слушайте, мы не больны. На внешнем периметре двое гражданских. Указание? Папа, как же дядя Томми? Отнесу тебя и вернусь за ним, хорошо? Сэр, но тут ребенок. Но... Есть, сэр. Да послушайте, мы еле дошли. Мы просто... О, черт. Не надо. Сара. Сара. Так, убери руки. Ничего, ничего. Боже. Потерпи, милая, потерпи. Все будет хорошо. Посмотри на меня. Так, иди-ка сюда. Потерпи, потерпи. Держись, милая, держись. Я знаю, детка, я знаю. Сара. Дочка. Не бросай меня. Пожалуйста, не бросай меня. Сара. Господи, Господи, прошу тебя, не убирай, прошу тебя, не бросай меня, дочка, Господи. Официальное число жертв превысило 200 человек. В штате введено чрезвычайное положение. На улицах лежали сотни и сотни тел. Паника среди населения вызвана данными Всемирной организации здравоохранения о неудачном испытании вакцины. Бюрократы лишились власти, и теперь мы сумеем защитить. С сегодняшнего дня в Лос-Анджелесе также введено военное положение. Все граждане должны прибыть в указанные им карантинные зоны. Голодные бунты, связанные с нехваткой продовольствия, продолжаются, не ослабевая, уже 3 дня. Ответственность за оба теракта взяла на себя группа, именующая себя ЦИКАДы. Они призывают к восстановлению всех властных структур. Демонстрации протеста начались в ответ на казнь 6 приверженцев ЦИКАД. Воспряньте вместе с нами. Оказавшись в полной тишине, слушайте голоса.
Доверьтесь цикадам. Одну минуту. Доброе утро. Будешь? Нет, я не буду. Я тут кое-что разузнала. Где ты была, Тесс? В Вест-Энде. У нас же там клиент. Да. У нас там клиент. Ты же хотел, чтобы от тебя отстали? Дай-ка угадаю. Сделка сорвалась, клиент смылся с товаром, правильно? Сделка прошла как надо. Карточек нам хватит на пару месяцев. А что с лицом? Это уже на обратном пути. Я нарвалась на двух каких-то козлов. Пропустила пару ударов. Но отбилась. Дай сюда. Эти козлы еще живы? Ты шутишь. Хоть выяснила, кто они? Да так, парочка уродов, но это не важно. Важно, что послал их никто иной, как Роберт. Наш Роберт? Он знает, что мы его ищем. И он хочет успеть первым. Умный мерзавец. Только я умнее. Я знаю, где он. Что? Да брось ты. Старый склад в зоне 5. По крайней мере, сейчас он там. Ну так пошли. Идем? Еще как идем. Третий блокпост открыт. До комендантского часа мало времени. Надо спешить. Да ладно, правда? Мне с утра принесли повестку. Отправляют на общественные работы за кордон. Что за бред? В патрулях должны быть солдаты. Непременно им об этом скажу. Смотри, а паёк-то до сих пор не раздают. Видать, снова нехватка. Похоже, зараженных все больше. Значит, больше людей бежит отсюда. Теперь у нас новые документы. Так что проблем быть не должно. Держись спокойно. Документы. Пожалуйста. Куда идете? Выходной. В гости идем. Ладно, проходите. Спасибо. Уходите, марш! Закрываем! Похоже, все чисто. Внимание! Пятый контрольно-пропускной пункт закрыт. Всем гражданам немедленно покинуть его. Мать, вот тебе и легкий путь. Останови уже кровь. Теперь все пропускные пункты закроют. Нужно обойти снаружи. За стеной? Ну, или можем отпустить Роберта.
Смешно. Эй, Тесс, ты это видела? Я была там. Как там восточный тоннель? Нормально. Только что оттуда. Патрулей нет. А вы-то куда? В гости к Роберту. Вы тоже? А кто еще его ищет? Марлин. Она пыталась его найти. Марлин? А зачем цикадам Роберт? Она мне не докладывала. А что ты ей сказал? Правду? Я не знаю, где он. Молодец. Не высовывайся, ладно? Увидимся. Ага, до встречи. Марлин ищет Роберта? С чего вдруг? Не нравится мне это. Надо найти его раньше цикад. Это мы? Привет. Как дела? Паршиво, слышал, небось. Тут как, все нормально? А, все тихо. Ни солдат, ни зараженных. Вот это мне нравится. Джоэл, помоги. А ну-ка, спокойно. Да будет свет. О, боже, ну и вот. Выбрасывают все подряд, дышать нечем. Берем снарягу. Наши рюкзаки никуда не делись. Патронов мало. Ну так не промахивайся. Ну, ковбой, подсади меня. Готов? Да, мэм. Руку. Давай. Осторожно. Ну, ясное дело. Вопрос с подвохом? Давно я здесь не был. Мы как на свидании. Ты же знаешь, какой я романтик. Да, уж знаю. Где лестница? Должна быть где-то здесь. Супер, тащи! Дамы вперед. Дамы? Это я, что ли, дама? Ну, вроде того. Сюда.
Теперь вниз. Думаешь, пушки еще у Роберта? Надеюсь, ради его же блага. Если вернем товар, сбыть его будет несложно. Кстати, а когда следующая партия? Билл придет в следующем месяце. Обещает таблетки и патроны. Да, он с пустыми руками не приходит. Будет чем заняться. Стой, споры. Откуда они? В прошлый раз все было чисто. Ну, взялись откуда-то. Будь начеку. А вот и виновник. Труп свежий. Тут может быть опасно. Здесь должны пролезть. Твою мать! Ты цел? Да. Тут потолок проседает. Осторожно. Тише. Да черт! Смотри, смотри! Помогите! Маска сломалась. Не хочу превращаться. Не бросайте меня. Ты что задумал? Пошли. Впереди, слышишь? Что будешь делать? Это все. Надеюсь. Возвращаемся в город.
Кислород. Вот за что я люблю природу. Проходи. Прикрой вход. Ладно. Передай мне. Она тяжелая. Справлюсь как-нибудь. Ладно. Проверим, нет ли рядом солдат. Чисто. Пошли. Закрой. Бери патроны. Пригодятся. Ну, малыш. Убедись, что там чисто. Ни солдат, ни людей Роберта. Ага. Похоже, он нас ждет. Ну, тем интереснее. Ну что, пошли. Эйтес, Эйтес! Эй, красотка, как делишки? Ну, рядом не есть товарищ. Сейчас, Терренс. Да я заплачу вот-вот-вот. Понял. Вот-вот. Не сейчас. Понял. Потерплю. Только не надо злиться. Роналд, купи. Тесс, давно не виделись. Ты к нам не доходишь. Ты куда попёрся? Малик, сядь на место. А, прости, Тесс, не знал, что вы с ним вместе. Иди. Кто это? Старый знакомый, не спрашивай. Я ищу Роберта. Он тут был? Да, недавно. Он на верфи. Туда пошел. Началось. Пропустите. Вы, ребята, разворачивайтесь и валите, если шкура дорога. У нас не с вами разборки. Нам нужен Роберт. Даже не вздумайте. Развернитесь и валите, мать вашу! Я без Роберта с места не сдвинусь. Сука! Я тебе все мозги вышибу, но задницу ты отсюда уберешь! К черту!
Пригнитесь! Готов? Да. Я тебя убью нахрен! Я прикрою. Займись ими. Конец, урод! Молодец, ковбой. Ты тоже. Откуда у него столько людей? Роберт хорошо умеет обещать золотые горы. Пора с ним разобраться. Черт, тут не пройдем. Иди сюда. Снова люди Роберта. Да, я их вижу. Откуда ты знаешь? Двое наших погибли, пытаясь убрать Тесс. Зуб даю, она с Джоэлом вот-вот придет сюда за Робертом. Охренеть. Зря мы взялись за эту работу. Теперь-то что? Пыли. Надо рассредоточиться и не дать им проскочить. Был тут, на Джордан-стрит, и вдруг появились солдаты. Вели пятерых гражданских в наручниках. Сейчас угадаю. Цикады? Ага. Поставили к стенке и бац-бац-бац. Всех перестреляли. Ни хрена себе. Говорят, во всем городе так. За них круто взялись. У меня там... Держи его! Давай осмотримся. Мы перенесли ящики на южный склад. Все припасы под замком. Давай еще раз все осмотрим и пойдем. Скоро комендантский час. А как же Роберт? С кем он сегодня останется? Этот псих боится быть один. Откуда я знаю? Надо бы с ребятами поговорить. Ладно. Ага!
хрена нет. Эй. Ладно, идем дальше. Нужно было взять больше людей. Лишняя морока. Да, ты прав. Пошли, пристань вон там. Разберемся с ним. Вон он ходит. Живой пока, ублюдок. Ну все, пошли. Давайте по-тихому. Их тут полно. Грузы уже давно не приходят. Сначала мы потеряли агентов на севере, на юге. Теперь вообще непонятно, чем торговать. Дурак, захочешь наймешь и охранника, куда деваться. Чертов Роберт! Надеюсь, он хоть держит слово. Ну, держит, и что? Говорю тебе, это никто не крыша. Нужно выбираться отсюда. Спятил. Идти за стену самоубийства. Контрабандисты ходят, и ничего. Что тут будет, когда припасы кончатся? Я лучше здесь останусь.
Настоящий профи. Джоэл, тут. Тебе хана! О, неплохо. Да, наш друг Роберт кого хочешь достанет. Похоже, Роберт спрятался в этом офисе. Пошли. Не будем тянуть. Ну, бля! Назад! А ну назад! Мы хотим поговорить! Идите нахер с такими разговорами! Убери пушку! Нахер пошли! Удирает! Роберт! Джоэл, сюда! Что ты, Джоэл? Туда ломанулся! Взяли! Давай, давай! Чёрт! Давай! Привет, Роберт. Тесс, Джоэл. Мы ведь без обид. Ну что ты? Хорошо. Мать твою!
Мы скучали. Слушай, что бы там про меня ни наговорили, фигня. Я все объясню. Пушки. Скажи нам, где пушки? Да. Да, да. Тут есть проблема. Стойте, послушайте меня. Я просто... черт. Черт. Стой, стой, стой! Хорош орать. Говори. Я продал их. Не поняла. Мне нужны были деньги, долг платить. А как же мы? Нам ты разве не должен? Дайте мне время. Хоть неделю. Знаешь, я бы подумала, не попытайся ты меня убить. Да ладно, у кого пушки? Не могу. Дайте пару дней. Черт! Где наши пушки? Они у цикад. Я продал их цикадам. Что? Эй, их почти не осталось. Мы можем просто пойти и добить их. И пушки наши. Что скажете? Ну что, перебьем этих лохов? Нам расплюнуть. Это плохая идея. Ну, что дальше? Пойдем выручать товар. Как? Не знаю. Мы объясним им. Осталось только на них выйти. Это будет несложно. Ну вот. Сама королева. Зачем вы здесь? По делу. Паршиво выглядишь. Где Роберт? Он был нужен живым. Пушки, что он продал. Они были не его. Отдай их. Так не делается. Да что ты. Я заплатила. Хочешь забрать? Поработай. И сколько талонов ты хочешь? Не нужны мне талоны. Нужны мастера контрабанды. Поможете? Верну ваши пушки, даже больше. Они у тебя? Слыхал, военные вас сильно потрепали. Да, ты прав. Я покажу товар. Мне пора. Решайте. Нам нужны эти пушки. За мной. Нужно уходить. Быстро! Хочешь сделку? Пошли. Я знаю, где можно обойти. Пошли. Хрена себе. Это твои люди? Что от них осталось? Думаете, почему я пришла к вам? Сюда. Почему сейчас? Мы сидели тихо, собирались уйти из города, но им нужен козел отпущения. Они хотели нас спровоцировать. У них получилось. Мы пытаемся защищаться. Джоэл, помоги мне. Эй,
Как ты? Выживу. Стойте, солдаты. Вон выход, дверь под мостом. Уж очень их много. Прокрадемся тихо. Хотя знаю, вы любите стрелять. Там видно будет. Все, пошли. Нужно добраться до двери. Черт, это же Уоррен. Прощай, друг. Нам пора, Марлин. Наверняка еще на солдат нарвемся. Точно. Идем. Уже недалеко. Сюда.
Куда мы идем, Марлин? За мной. Уже близко. Ты как? Силы на исходе, но я справлюсь. Уже близко. Внимание! Начался комендантский час. Те, кто находится на улице без разрешения, будут арестованы и предстанут перед судом. Что выносим-то? Я покажу. Джоэл, помоги мне. Ну-ну-ну-ну. Давай-ка, вставай. Отвали от нее! Эй! Отпусти. Что, уже и детей вербуете? Она не из наших. Черт! Что случилось? Не волнуйся, заживет. Нашла помощь. Но сама не пойду. Я тоже остаюсь. Элли, другого шанса не будет. Стоп. Так речь о ней? Группа наших будет ждать возле Капитолия. Да уж, не ближний свет. Вы справитесь. Отведете, вернетесь, оружие ваше. Вдвое больше той партии. Кстати говоря, где оно? У нас в лагере. Покажешь, тогда и договоримся. Пойдешь со мной. Проверишь оружие. Меня подштопают. Но ей в ту часть города нельзя. Джоэл за ней присмотрит. Подожди, ты я что? На это не подписываю. Я с ней Элли. Не пойду! Их знаешь? Я знала его брата Томми. Он сказал, что на Джоэла можно положиться. Уже после того, как бросил с вами партизанить? Он и тебя бросил. Он был мне другом. Отведи ее к северному тоннелю и жди меня там. Всю жизнь мечтал. Это просто груз. Марлин. Хватит спорить. Не бойся. Иди с ним. Только недолго. А ты за мной. Пошли. Ого. Я слышала стрельбу. Что случилось? Цикады. Если не уберемся с улицы, тоже будет и с нами. Ты же профи. Я просто иду за тобой. Не подвергайся тебе риску. Немедленно докладывайся о подозрительных лицах. Сюда. Поживей. Ладно. Куда мы идем? Сюда. Так мы попадем в северный туннель. Как нам туда добраться? Погоди минуту. Thank you.
товар вы по туннелю таскаете? Да. Типа контрабанду? Иногда. А детей водил? Нет, это первый раз. Так что за дела у тебя с Марлин? Ну, мы вроде как дружим. Дружите? Глава ЦК подружка твоя? Тебе сколько, лет 12? Она знала мою маму, и она за мной присматривает, а мне 14. Какая вообще разница? А где твои родители? Там же, где у всех. Умерли давно. Значит, ты решила забить на уроки и сбежать к цикадам за приключениями? Мне запрещено говорить, почему я должна выбраться из города. Знаешь, почему я люблю свою работу? Потому что знать почему мне не обязательно. Мне вообще плевать на тебя. Отлично. Супер. Пришли. Чего разлегся? Убиваю время. А мне что прикажешь делать? Уверен, ты сама придумаешь. Часы разбились. Куда? Ты бормочешь во сне. Ненавижу кошмар. Да, я тоже. Я еще не бывала так близко границы. Здесь так темно. Там что, еще хуже? Хуже? Зачем вообще ты нужна цикадам? Эй, простите, что задержалась, проклятые солдаты. Как Марлин? Жить будет. Я видела товар. Много. Готовы? Да. Идем. Тебе не кажется странным, что Марлин выбрала нас? Она хотела отвезти девочку сама или с кем-то из своих отправить. Но на Безрыбье. У нее мало людей, пришлось нас просить. Надеюсь, будет кому нам заплатить. Кто-то найдется. Кто нас будет встречать? Она сказала, несколько цикад из другого города. Большая честь. Ты кто такая? Ты дочурка важной шишки, что ли? Типа того. А долго нам еще идти? Если все пойдет по плану, мы дойдем через пару часов. Давай договоримся. Ты не отходишь ни на шаг и делаешь, что скажут. Да, конечно. Посмотри, что наверху. Стойте! Впереди патруль.
Ну все. Ушли, вылезайте. Давай, Элли. Осторожнее. Дождь, конечно, не радует. Охренеть. Я за кордоном. Вот сюда. Так, без глупостей. Но... Вставайте на колени. Сканирую, я доложу. Ладно. Руки за голову. Это Рамирес, сектор 12. У нас тут трое бродяг. Так точно. Дай сбежать. Мы их хорошо заплатим. Заткнись. Как все задолбало. Угу. Скоро они. Пара минут. Простите! Ни хрена ж. Я и не думала, что вы их убьете. Вот дерьмо. Смотри. Охренеть. Не понял, это что, подстава? Я... На нас повесили больную девчонку? Я не больна. Нет? Прибор ошибся? Я объясню. Да уж, придется. Смотрите. Да плевать, как ты заразилась. Укусу 3 недели. Дольше 2 дней никто не протянул. Хватит врать. 3 недели, клянусь. Зачем вас подставлять? Я тебе не верю. Черт. Тесс, беги. Беги! Вставай, бежим, бежим! Твою ж мать! У меня 2 трупа. Повторяю. За мной. Быстро. Бежим по моему сигналу. Бежать по сигналу. Ясно. Бегу. Да вижу, вижу. Похоже, прорвались. Проверить траншеи. Не лезьте. Ни черта не вижу. Они точно побежали сюда. Так сказано, топай дальше. Пригнись, а то заметят. Ну, Элли, за Джоэлом. Ты это видел? Тихо. Ты видел? Покажи! Что видишь? Тут все тихо. А что впереди? Пока ничего.
видел вон там. Покажи! Что там? Чисто. Впереди еще. Небось, гребаные цикады с сердцем. Скоро мы до ней доберемся. Ждите. Черт, принесь. Пошли, пошли. Жопу! Пусть их щелкуны сожрут. Здесь есть проход. Нас пока не заметили. Пошли в обход. Ну что там? Слишком много. Жесть. Блин, они совсем рядом. Попробуй отвлечь. Ладно. Куда она ведет?
Вроде похоже. Не отставай. Ведь от дождя скрылись. Ну как? Вроде можно пролезть. Нас пока не видят. По машинам. Не лезем на свет. Нет, они еще тут. Самое время передохнуть. Джоэл, посмотри, что тут полезного. Слушаюсь, шеф. Нам сюда через трубу. Вроде тут есть проход. Держись рядом, Элли. Ладно. Все, свалили. Так, какой у нас план? Ну, допустим, мы доставим тебя к цикадам. Дальше что? Марлин, она сказала, там своя карантинная зона, и врачи все еще ищут лекарства. Это мы уже слышали, да, Тесс? А то, что случилось со мной... Поможет сделать вакцину. О, боже. Она так сказала. А, не сомневаюсь. Пошел ты! Я на это не напрашивалась. Я тоже. Тесс, нахрена мы в это влезли? Вдруг правда? Да брось ты. А вдруг, Джоэл? Доведем дело до конца, раз уж начали. Тебе напомнить, что нас там ждет? Я знаю. Сюда! Пойдем через центр. К рассвету будем у Капитолия. Надеюсь.